Всем привет! Очень часто я вижу ВКонтакте рекламу всяких часов брендовых, которые особенно предлагают купи за 1500, часы стоимостью 3000, то есть 50% скидки с бесплатной доставкой и там оплати сейчас, получи потом. Всегда очень интересно видеть, смотреть на такие часы, я решил заказать, а почему бы нет? Итак, вот мне пришла такая посылочка, но по техническим причинам получилось так, что мне ее пришлось распаковать, но видео не получилось. И вот я его переснимаю. Вот, пришло в такой вот коробочке. На удивление, это пришел в таком чехле. Давайте-ка сейчас откроем. Вот, вот такой вот чехольчик, достаточно интересно. Как он называется? Wait. Да, Wait. Это I. Wait. На удивление оказалось, я почитал, что такие часы продают в Москве за 2000 рублей. На Яндекс.Маркете они часы за 1800, на Алиэкспресс за 1200. Но прикол в том, что это китайские оригинальные часы. Вот оно как. Давайте-ка откроем. Вот такая вот упаковочка большая. Здесь у нас гарантийный талончик даже есть, серийный номер нужно записать и дату продажи. Где, интересно, у этих часов серийный номер, не знаю. Вот тут вот такие вот часики синеватого цвета, фиолетового, достаточно приятный на вид. Вроде бы как они не подсвечиваются, вот это, ну, не люминесцентно или как там. Здесь вот такая вот подушечка для часов. Часы достаточно большие, на руке смотрится, давайте-ка сейчас, огромно. Кстати, хочу посмотреть, вообще убирается, что-то стрелочка здесь какая-то непонятная, что за стрелка, или как надевать нужно? Ага, не так надевать нужно. Так, защелкиваем. Ремешок самый удобный, вот я ни разу не видел такой, что так вот закрывалось. Но, как видите, часы мне достаточно большие. Нужно убирать, скорее всего, одно из звеньев. Или же вот здесь вот есть, можно их поменять. Ну, то есть, ну, я думаю, мне будет все равно большеватый. Так, вот здесь у нас выгравировано Wait. Уже что-то грязное. Wait. Модель часов VHWH2309, типа сталь, 3 года работы батарейки и типа водонепроницаемый. Так ли это, я не знаю, нужно будет проверить, хотя немного жалко. Очень понравился циферблат, вот такой достаточно симпатичный, простой, ну, конечно, по объему очень большой. И самое главное, здесь есть у нас часы в электронном виде с подсветкой, получается. Так, тут у нас будильник есть. Вот они, часы, будильник. Показывает секунды, показывает день недели. Так, с это мы подвести, наверное, что-то. Будильник. Вот это не знаю. По идее, должен показывать там день недели и какой месяц, вроде бы как бы так. Вот это никакая не кнопка, просто какая-то крутилка непонятно крутится, для чего она, не знаю. И также здесь у нас есть очень большая макулатура с описанием на английском, китайском и, наверное, скорее всего, какой-то типа арабского языка. Испанский, китайский, английский и какой-то еще, может, японский. Вот такие вот дела, вот такие вот часики. Самое интересное, что я нашел представительство продавца, точнее. Ну, говорю, что полностью это настоящие китайские часы. Ну, может быть, конечно, это подделки, но не знаю. Вот такие вот часики. Ссылочка под описанием. В принципе, можете зайти, кому нравятся большие вот такие часы. Возможно, вам понравится. С вами же был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. Пока, ребята.